Я страшно поболел! Иди сюда! Чисто, чисто, труба чисто! А ну-ка! А ну-ка, встали быстро на место! Быстро! Давай, неровно ты! Быстренько! Надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым котиком стыдосрам! Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. И в ване всегда и везде вечная слава воде! Воде! И котик тоже моется. Я мою ручки. Чисто-чисто, труба чисто. Чисто-чисто, труба чисто. Коля, котик, встать под воду сюда. Эти трубочисты! Что нужно сделать, чтобы избавиться от вируса, Мирон? Надо... Мирон! Мыть руки! Тщательно! Тщательно! 20 секунд примерно, да? Нет. Между пальчиками, да? И под ноготочками. Посмотрите, а как Мирон моет. Посмотрите. А еще под ноготочками надо мыть. Мирон, вот здесь. И кисти, вот так. А мама, а ты знаешь, что надо еще под ноготочками? Под ноготочками. Потому что там очень много хранится микробов. Давайте беречь друг друга. Всем мира и добра. Мы вас любим.